Лучший металлургический завод Советского Союза. Это почетное звание присвоено Магнитогорскому комбинату имени Сталина. Большие достижения у доменщиков. Бригада, где работают мастер Алексей Шатилин и старший горновой Григорий Запасковский, передовая в цехе. Здесь все рабочие осваивают смежные профессии. Горновые не только готовят канаву к выпуску чугуна, но умеют работать и на кране литейного пролета. Сейчас этим механизмом управляет Михаил Игнатьев. Машинист вагона весов Иван Ольховский точно взвешивает необходимое сырье для чугуна и своевременно подает его в печь. Доменные печи комбината оснащены новым отечественным оборудованием. Световой пульт контролирует работу 20 с лишним механизмов. Точно по графику мастер Алексей Шатилин дает команду пробить ледку, и чугун пошел. Доменщики комбината каждый месяц выдают 1000 тонн чугуна сверхзадания. План первого квартала нынешнего года магнитогорские металлурги выполнили досрочно. На маяке создан и освоен комплекс заводов для обеспечения советской военно-ядерной программы оружейным плутонием. Поставленная правительством цель была достигнута ценой героических усилий ученых и инженеров, строителей и монтажников. В первые годы работы нового производства, из-за того, что дело имели по сути с неведомым, первопроходцы атомной отрасли часто оказывались в полях повышенной радиации. Радиоактивность в производственных помещениях иногда превышала предельно допустимую сотни и даже тысячи раз. В середине 50-х регистрируются десятки случаев лучевых заболеваний у специалистов, работающих на заводах «Маяка». 5 апреля приказом министра среднего машиностроения на территории ликвидированной к тому времени Сунгульской лаборатории был создан второй в Советском Союзе оружейный ядерный центр. Главное направление работы научно-исследовательского института номер 1011 – разработка высокоэффективных образцов ядерных зарядов и боеприпасов. В новом институте изучалась физика процессов, происходивших при воздушных и подземных ядерных взрывах. Директором института был назначен Дмитрий Васильев, а первым научным руководителем – физик Кирилл Щелкин. В июне 55-го по рекомендации Королева главным конструктором Златоустовского КБ машиностроения был назначен Виктор Петрович Макеев. 16 сентября под руководством Королева с подводной лодки был произведен первый пуск морской баллистической ракеты Р-11ФМ. С проведения летных испытаний этой ракеты и освоения ее серийного производства начинается история участия Макеевского КБ в создании боевых ракетных систем. Засекреченные предприятия, так называемые почтовые ящики, были тайной не только для всей страны, но и для самих южноуральцев. Как ни странно, но именно в это время в область все чаще допускают зарубежные делегации. Кто только не принимал у нас опыт строительства новой жизни. Социалисты Франции, коммунисты Болгарии, члены Национального собрания Чехословакии, депутаты греческого парламента. Схема приема гостей была отработана до мелочей и превращена в своеобразный ритуал. Посещение металлургических и машиностроительных гигантов, экскурсия по городу, посещение Ильменского заповедника. Концерты художественной самодеятельности.
Изюминкой программы была детская железная дорога в парке культуры и отдыха Челябинск. В череде визитов приезд в Магнитогорск премьер-министра Индии Джавахарлала Неру с дочерью Индирой Ганди стал, пожалуй, самым запоминающимся. Перед прилетом высокого гостя магнитогорцы за сутки выстроили 5-километровую дорогу от аэропорта до города. На всем пути следования кортежа тысячи и тысячи людей. Повсюду цветы, красные флажки и транспаранты. Да здравствует советско-индийская дружба! Горячий привет представителям великого индийского народа! Индийский лидер олицетворял стремление стран третьего мира к самоопределению и легко умещался в идеологический фарватер СССР. Но на Южном Урале Неру интересовала не политика, а жизнь индустриально развитого региона, его система здравоохранения, образования, работа промышленных предприятий. Посещение Магнитогорска было очень коротким, всего лишь несколько часов. Но гостеприимство горожан не знало предела. Подарки продолжали сыпаться на гостей вплоть до трапа самолета. Как сказочный принц, выглядевший экзотически для сурового Урала, Джавахарлал Неру появился на мгновение и растворился в безоблачном небе. А на память об этом визите магнитогорцам осталось новенькое шоссе, появившееся в мановение ока, которое почему-то окрестили дорогой Индиры Ганди. А вот имя Джавахарлала Неру в местной топонимике никак не запечатлелось. Видимо, ввиду противоестественности русскому языку. В 1956 году в Москве состоялся 20-й съезд КПСС, на котором впервые прозвучало осуждение сталинских репрессий. Реабилитация репрессированных на Южном Урале происходила по инициативе родственников, направлявших жалобы в Комитет госбезопасности или прокуратуру. Для таких обращений требовалось определенное мужество. Давал себя знать страх нескольких предыдущих десятилетий. Однако все ходатайства о реабилитации были удовлетворены военным трибуналом и областным судом. Амнистированные и формально восстановленные в гражданских правах политзаключенные в действительности по-прежнему этих прав не имели. Их старались не принимать на работу, не давать прописку. Гонения распространялись и на ближайших родственников. Продолжали оставаться ограниченными в правах советские немцы, сосланные в Челябинскую область во время войны. Московский малый и Челябинский драматические театры связывала теплая дружба. Поэтому гастроли москвичей многие воспринимали как приезд близких людей, вместе с которыми были пережиты трудные военные годы. Если это... Ман! Повешу тут же на туку, чтобы живьем от голода ты высох. А если правда, сам меня повесь. Все пропело. Ну отдохни, послушай меня. Чего я не понимаю в тебе, так это вот чего. Как это выходит, что смелый твой Мишка, он и хром, и слеп, когда ты о жизни толкуешь. Класс, класс. Милая, гури кротких, управляющий пароходством моим, насчет класса лучше тебя понимает. Революции тогда законны, когда не этому дурацкому классу полезны, а ты какой-то беззаконный, какой-то надземной революции толкуешь. У кротких все ясно. Социалисты соединяют рабочих для пользы торговли и промышленности. Вот как он понимает.
Но южноуральцы уже могли похвалиться перед именитыми гостями и своими достижениями. В 1956 году в Челябинском драматическом театре был поставлен знаменитый «Клоп» с Петром Кулешовым в роли Присыпкина. Чуть позже эта работа войдет в театральной энциклопедии как одно из лучших воплощений на советской сцене героя пьесы Маяковского. Челябинский театр оперы и балета стал третьим на Урале. Художественное руководство молодого коллектива тщательно подбирало труппу. Основу челябинского балета составили выпускники прославленного Ленинградского хореографического училища. Эти уникальные кадры сохранили изображение будущей челябинской примы Галины Борейко во время репетиции балета «Красный мак» в выпускном классе. Для другой выпускницы Вагановского училища Светланы Адрыхаевой челябинская сцена станет началом пути в балет Большого театра. Третьего мая указом Президиума Верховного Совета СССР в Челябинской области образован новый город – Снежинск, больше известный населению как Челябинск-70. Сотрудники научно-исследовательского института в Снежинске в этом году разработали и испытали первый принятый на вооружение в СССР термоядерный заряд. Осенью в Снежинске праздновали новоселье в первом жилом доме. К Новому году ожидалось открытие первого детского сада. Важным элементом идеологии в 50-е годы оставалось увековечивание памяти героев гражданской войны. В Верхнеуральском районе у горы Извоз, где в 1918 году вступил в бой с белогвардейцами отряд Николая Каширина, был открыт памятник борцам революции. Обелиск установили возле православного храма. На его фоне проходила торжественная церемония со всеми положенными в то время для такого события атрибутами. Оркестр, знамена и венки, митинг с докладами, ружейный салют и символический прием в пионеры бывших красных партизан. Не раз завоевывали металлурги Магнитки почетные места во всесоюзном социалистическом соревновании. Нелегко стать лучшим среди таких умельцев. А магнитогорский мастер Леонид Рябцев дважды удостаивался звания лучшего мастера доменных печей Советского Союза. Организованность, порядок, дисциплина в труде – эти качества были привиты Рябцеву еще в Магнитогорском горно-металлургическом институте. У Рябцева строгое правило – в начале смены обойти все большое и сложное хозяйство домны. Нужно побывать на бункерной эстакаде. Проверить качество сырья – это очень важно. От качества сырья зависит качество металла. Нужно обязательно заглянуть в вагон-весы. Нужно подняться на калашниковую площадку, проверить работу загрузочной системы. Нужно все знать и все предвидеть. Это непременное качество мастера. В распоряжении доменщика послушна ему сложнейшая аппаратура.
и самые точные приборы, по которым в любую минуту можно узнать, как живет и дышит печь, какие процессы происходят в ней, хотя и нынешняя домна также закрыта броней. С помощью советских людей строит народный Китай свою собственную металлургию. Но мало иметь заводы, нужны знающие люди, способные овладеть техникой. На комбинате проходят большую школу наши друзья, рабочие, инженеры, мастера китайской металлургии. От них нет у нас секретов. Охотно, как видите, отвечает на все вопросы практикантов инженер Крепкогорский. Внедрение новой техники в центре внимания партийной организации. Сегодня, например, обсуждается вопрос о форсировании хода печей. Механик участка Дмитрий Степанович Гормаков предложил новую конструкцию грохота, которая обеспечит лучший отсев коксовой мелочи. Изобретение Гормакова получило полное одобрение. Оно вводится в типовые проекты доменных печей. Доменщики Хабаров и Губенко предложили новую, более дешевую огнеупорную массу для набивки канав. Применение ее облегчает труд горновых. Много ценных предложений внес молодой слесарь Дмитрий Инкирев. Богата магнитка техникой, но самое большое богатство ее люди. Магнитку называют замечательной школой творчества, новаторства и передового опыта. Давно уже стало здесь обычным явлением, что с докладами, лекциями, научными сообщениями появляются на трибуне рядовые рабочие и мастера. Вот и сегодня, например, с лекцией выступает Василий Кононович Горностаев. Среди слушателей Горностаева не только начинающие доменщики, но и старые мастера. За плечами Василия Кононовича многие годы труда, большой опыт металлурга. На Магнитогорском комбинате не только руда превращается в чугун и сталь. Здесь каждый новый рабочий становится квалифицированным, сознательным творцом металла. Большое внимание уделяется на комбинате учебе. Магнитогорский техникум – ровесник предприятия. Здесь учились многие мастера-доменщики. В годы послевоенных пятилеток на правом берегу реки Урал поднялся новый правобережный Магнитогорск. Город с широкими проспектами, многоэтажными благоустроенными домами и тенистыми аллеями. Большой современный город, который вполне под стать великолепному заводу. Магнитогорцы любят свой город. Они хотят увидеть его еще более красивым и продолжают строить. Многие проводят свой отпуск в красивейшем уголке Южного Урала на озере Банном, где расположен дом отдыха металлурга. Как всегда и везде в нашей стране особой заботой окружены ребята. Среди уральских гор раскинулся пионерский лагерь «Горный воздух». В нем отдыхают будущие горняки, доменщики, строители. А пока многим, пожалуй, еще рано выбирать профессию. Всему свое время. У них детство полное особых забот и радостей. Детство, в котором рождается заветная мечта стать справедливым, храбрым, сильным и смелым человеком. Пройдет время, и кто знает, может быть, слава вдовцев будет строить настоящие домны. Воскресенье, 29 сентября 1957 года, в 16 часов 30 минут на объекте Б производственного объединения «Маяк» взорвалась банка номер 14 комплекса С-3, служившая хранилищем высокоактивных отходов. По мощности взрыв соответствовал 100 тоннам взрывчатки.
Радиоактивное облако поднялось в воздух на высоту до 1 километра. Порывистый юго-западный ветер понес воздушные массы из района химкомбината в направлении Богарика и Каменск-Уральского. 2 миллиона кюри радиоактивности было разнесено по лесам, озерам и полям на площади 20 тысяч квадратных километров в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. Последствия этого взрыва никто еще не мог оценить в полной мере. Нигде в мире еще не происходило радиационной промышленной аварии такого масштаба. На самом верху было принято решение аварию засекретить. Населению о происшедшем ничего не сообщать.